Тихо. Чувак, этот, Вага перебил. 100 кагал. Ой, 100 кагал ды поставил. Из КБ, да? Там, где стоит. Где стоит будет, да? Да. Вага плюс не 5 поставишь, когда... Сейчас напишет с пулу, да. Просто плюсы. Мой мышпула, если у мышпула крутилка работает. Всё, веру. Поводим босса. Куточка начал. Страшно. Меня как трэш накручивает, зараза. Кто как может, тот так и верит. Скрин дискордки. Угу. Старый ты пиздюк. Так, мяко, выйди. На хули пиздюк, я еще, блядь, на трэш отвлекался, он бегает по всему. Ёбаный ты по городе. Хуй сагрили. Мяко, выйдешь, как? Сундук не трогай. Ауди лох, сука, блядь. Суманите его. Мы похороним тебя, как подобает. В награду. Нихуя себе лох. 20к. А, у тебя 20, у меня 17, блядь. У тебя 20. Но у меня показывает 17. Скрин сделать. У тебя 20, 101. Бля, ебать ощутимо, что-то... Не декап мастерства ощущает. Так. Вот чувствуешь, да, свою ущербность? Дага, сколько сейчас у тебя силы атаки? Бога здесь нет. Сейчас у меня 11 800. У меня 11 500, я почти отстаю на потих. Разница. Ну, Лёх, меньше 18 тут всего двое. Сколько Талдарам дал, скажи? 16 800 Паскаля и Джокер 16. А, ну фу, нет, там не танки же. Там Алдазар принял этот. Ой, слышал. Нету воли. Облом. Я типа не понял, как ты, блядь, в один момент сильно так бурстанул. Ты что, экзорцизм отдал под? Я после удара, после молотков с экзорцизма начал. Из чего начал? Это желтый начал. Квест брать? Бери, а вот это, Артемий, зеленая, когда морда такая висит, это дев твой, да? Зачем? Да. После ты пятого. Миш, честно, желтого. Вообще разницы не заметил. Че говоришь? У меня вчера была. Ну, блин, типа 21
и там 21. Ну, я по взрыву вижу, что он больше бьет при крите, но так что-то ну, особо разницы не почувствовал. Я просто не могу перекрыть. Долгонок, наверное, нужен, чтобы чувствовать разницу. Я на теле вчера 110 еще дарил. Блять, как пизда-то, когда вас обоих не слышно, не поверить. Вот, блядь, контактика была из-за... Да подожди. Ну, Мишку, сука. Слышишь, скажи, сколько толдорам дал ДПС? 16. И четырьмя кусками... Я, блядь, по-моему, ДПС... Толдорам дал 17 часов. Странно, у тебя 4 кука, дамажит, как у меня Т4 и Т10. Я без никаких кусков 13700. Бля, ты как, с какой джаги начинаешь? А у него это с перепугу, блядь. Да тихо. Лёха, можно я по-быстрому сбегаю? Мастерство ДК подавит. А я в танке давай 11к и чё? Слышишь, сколько... Дракон, я ювелир, если что. Сколько миссов у тебя, Драгон? Мало, но они есть. Мята обратно вернешься. Откуда у тебя миссы, блядь? Да, я зафейлил сравнение ДПС с ШМ и не ШМ. Нахуй ты желтый джаги начал. После трэша на босса. Япончик спекнешься. ШПшку. ШП? Да. Кирс. Выйдешь. Идешь. Кому эти боссы? Только хуже на морде. Да никому. Понимаешь, выпил типа топовую банку, духи, и все равно посил я так и тебе не так. Посмотри, два босса. Ебать, а у тебя топовая банка была, я ж без банок. Господа хилы, поднимите, пожалуйста. Лёш, я через минуту к кампу подойду, окей? Сила так и меньше, чем у топовыми банками. Понимаешь? Почему мы были наравне? Подожди, тихо, этот... Кто хочет послакать две минуты... Ой, два босса, блядь. У Ауди может. Локи. Если кому-то надо, прям. Уступлю. Локи, Ауди. Никому не надо. Так, ладно, Локи, иди послакай. Ты послакай, просто вред. В смысле, Локи? Разелина, а ты демон? Не полагает 534. Да, я демон. А, ну все, Локи, иди слакай. Разделина поставишь ТП потом после. Так, все, вот так. Пока что. Войд, готовься через одного. Еще раз кого что поставить? Угу. Портал. Мне последний осколок остался. Ты с обычной банкой, даже все равно, я бы с обычной банкой бы 21. Ты даже мало, все, блядь, даже. Все перенес, да. Я понял, то, что лилы. А ты сам останешься в рейде дамажить? Тут типа, хватает. Если ты говоришь, миссы есть, если там сколько процентов миссов? Я пойду делать твит. Буду делать. Чё там, Лёх, шем уже? Ну, с каждой билки процент. Не знаю, процент это как-то вообще капля. Один осколок сразу 4-5 на млад пытаюсь задену. Псину не лутайте только сразу. Я думаю, Воля... Ер плюс чешка, обычка, тем более. Дайте ему срез. Пианист печеньку на руку кидал? Хэмоска. Да. Блин, чуть пикошка не было. Нам просто не нужна. В любом случае, я же не могу забрать лук, если она не, по... типа не покажет. На ролл. РД будет притяжить, встаньте под босса, чтобы... Чё, взял рога того? Да, за 18 взял. Это тот, который за 12 хотел изначально. А сейчас бы... Ещё написал, что ещё и пидорас там, и всё остальное. Что, мол, за 15 сейчас... вначале договаривались, блядь. Забавно, когда мы... Да ты не ведите за разу, собачки продаём. Ничего, он...
Ну я вон скрин скинул. Не, ну ты пацана наебал, я бы тоже тебя так назвал. Ну как наебал? Ты пообещал небо и золотые горы, блядь, а в итоге на 18к еще надул. Блядь, он 25 стоит. Я бы сказал за 15. Не? Что-то дискорд сломался, пиздец. Кто-то орёт, кто-то вообще тихо. Да это просто Кир, сука, гром. В смысле, Кир с гром? Чё по самону? Ну, по самону уже сделал. Катрэш. Окей. Все, кто хотел, они уже добежали. Кир, с личку прочитай. Ща, погоди. Бля, ну ты 5 круто, конечно, ребят. Чё я вам скажу. На трэше дамаги. 200 душ осталось. А это вот Т5 только здесь, на этом сервере, других нет местах. Да. Мне это кровь отдадут сегодня, да? Ой, я. Угу. Нет? Говорю, она же все равно не... Не, просто мне... Да хуй таргет. Тело ран квест нужно же сдать, наверное. Ставьте быстрее шка. Да да, читай бежать сначала шка. Ну ты ж сегодня не дал мне. Здесь на а где его, блядь, сдавать? Тыкайте на саму. Не знаю, это у Кирса, спрашиваем. Да ладно, Драгон, все равно в жопе будешь. Че ты свои стаки там считаешь? Ставлю рыбу. Старико, я так понял, у вас война, да? Хуем там. Бог РБК, он пусть выебывается там. Кто это? Все здесь, всех сам. Да, все. Поехали? Да ладно. Так волнуется прям. Давай. Все, даю отчет на. Макбам, дай. Нет, маги есть у Реди? Желательно не слакающие. Я сказала с Артурием! Маги? Да ладно, через бабл стайки скинешь. Ага. Чё, Гера старик, не будет? Старик, сделай влево шаг. Да первым не дается, Гера. Блять, я понял, как Вага наебашил 25 косарей. Где? Ну помнишь, он скрины кидал, мол, блять, тут дохуя ДПС. Как ты думаешь, кто начинал? Кто начинал со стаками просто? Я тебя понял. Ну я хуй знаю, как еще это можно сделать. Фонзер 23 дает без стаков. А одну можно налево было вынести? Вы долбоёбы половина. Вот кто вот круги сейчас таскает, вот извиняюсь за выражение, вы долбоёбы. Вот мне просто интересно, кто вправо прибежал второй. Это у Лока десант высаживает. Типа дроп-поды такие летят. Локовский ОМОН. Сколько мяка пришел? 16 давал, сейчас уже 23 на орке. Ну, это во фросте, он по трэшу бьет лучом. Там чуть-чуть поменьше будет.
Не, ну все равно. Не, ну, в принципе, во фросте нормально дамажит тоже. Вот там, у нас тут два трупа, бейрить кого-нибудь? Зачем? Не надо никого бейрить. А луч у него есть, считается урон раз? А, он прямым уроном бьет. Просто те, кто рядом с лучом находится, он их тоже цепляет. Ну, то есть, по факту, ты как в соло таргет бьешь, но АОЕшный урон не зачитывается. Ну, типа, он не как АОЕ. Да, накрутка 100%. Это, знаешь, это как у Элема. Вот стоишь, херачишь мол, цепуху с шипами, шипы не засчитываются как урон в трэш. Они засчитываются как урон по... То же самое. Ямки надо на Элема 2Т5 в том случае, чтобы больше дамажить. Ну, блин, типа 2Т5 не сильно апают. 4Т5, да. Если по 2 куска брать, то 2Т4, 2Т10 почти 100 то же самое дают. Там по Кате надо смотреть. По Кату то 2Т5 на сову тоже не помешает. Это я, конечно, дико извиняюсь, но люди поймут, в чей адрес я говорю. Вот, сука, как с вами РС убивать, если у вас, сука, даже мозг нахуй не допетрил, что, сука, стоят две сферы, а слева народ сейчас гибнет. Вот да. Что за долбоёбы, блядь, столько ходить, сука, в этот лес и такую хуйню творить, я просто в шоке, блядь. Как вот и сейчас просто из-за вас сдохнет. Перепил еще сапрот, блядь, это просто, блядь. Старик, дай обмен, я тебе дам сапрот. Сколько вас уже дрочить, тренировать надо, у вас мозги будут, вы думать, сука, будете, нет? Заебали нахуй, вообще молча бы Лёхе предложу, чтобы вы, сука, ходили и полную жопу ГП свою ловили нахуй. Горелка, Игорь. Вообще, а сука, блядь, ходишь, это ЦЛК, блядь, уже. Я хуй знает, с закрытыми глазами могу его, и, сука, и хилить, и танчить, блядь, и плясать. Сука, найдутся же некоторые люди, блядь. Если слакаете, нехуй в рейде делать. Если в рейде, играйте нахуй. Думайте, блядь. Что делаете? Да все, старик, поняли, успокойся. Ну, может, он грубый доносит, но он пиздец как прав. Да ладно, что, пропалился кто-то. Старик, не делай из этого трагедию. Реал все видит, он все сделает. Да как дальше-то проносить с такими людьми, ты мне скажи, там еще сложнее инсты. Но ты не их ники видел? Не буду я ничего озвучивать. На, кому ну, сказал, тогда... ты понял. Ну конечно, что. Рыбу ставлю. Слушай, плюс-минус на то и выходит. Типа, если ты успеваешь со стаками прийти на этого босса, то можно 25. Какой смысл? Надутый ДПС смысл. Ну, типа, да. ДСП поднять свое. Конечно. Чё, это чё? Денчик, блядь. Денчик, как... Это вот опять не Ауди, вот нехуй. Это Денчик. Вы что, с пули или бейте? Лава, слышь? Только у нас один танк. Тимыч, ты окажешься в мишку. Ты окажешься. Прыгаешь в мишку и катишься дальше. Денчик, повесь на меня частицу. Будет просить. Можешь? Подведи, Вага может чарж Можно с центра больше? Геру, дайте что-то. Да. Ждал.
флеш подпорится. В луже не стойте под босс. Ну это что было? Да, что-то странная хуйня какая-то. Подвели босса, и там на РНЖ человек был, который стоял. И он начал болевать. Вообще, блять, почему большой под боссом стоит? Секунд, блять, 40. Даже больше, не знаю. Красиво. Это все потому, что Audi в топ-1 начал вырываться. Вот старик, и... спасибо тебе за воронки, я никогда тебя не забуду. Вот и квест за порода. Эх, сейчас бы на гнило морде повайпаться. Блядь. У него на ханте остался дебаф. Чё, ваги. Прощай, моя багруха, да, похон? Сдохни. Давайте. А все равно мы это в гиле. У нас есть вага еще. У нас вага есть. Который кустом может спасти наш квест. Ну что, надо зайти ради квест. Разелина, у тебя остался, нет? Дебаф. Нет, не остался, все скинулось. Скинулась вага, да? Такое предчувствие, это вот когда что-то хавает, а когда рыбу хавал, рыбу дельную, сразу. Типа постоянно хватит, умер. Хватит ходить, бля. Рыбу поставил. Первое ГП за вайп 100, следующее будет 1000, это где-то. Я предупреждал, что все начнёт с лайпа. А можно вопрос? Я вот причину не понял, а из-за чего мы лайпнулись? Сейчас забежал кто-то в милизону, просто её, этот босс начал поливать. А, то есть не сорвали? Забегал, мы босса вывели из лужи и, блять, в РДД. Давайте, Джейс. Тот стоял там, начал блевать. Ага, понял, стой. Спасибо. Просто РДД же видит, что босс на него бежит. Нахуй ему отбегать от нас, правильно? Тоже верно. Это ж, блядь, подумать надо. Вага, если твои перчатки выпадут, можно Инчику еще 500 начислить. Проверку. Эти по шаманам баф, пожалуйста. Старик, талдарам готовы. Талдарам готов, все, все готовы. Даю отчет на. Все РДД на. Я сказала, стартуем! Что делаем? Любая смерть на любом из боссов в течение ПП. Нормально не можем.
Дайте разделение Фриду. Выбегает, да. Все, старик, мы обошли дракона. Можешь успокоиться. Давай успокоим, Коля. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поеду. Охотница, но мы... Ой, бедный Вага. Вага, перчатки. Хорошие перчатки. На профиль или на кровь идем? Ну, может, перчатки нужны были. А чё, квест-канал, Вага, не у тебя? У него квест есть. Чё, бежим сдавайте? А, ну всё, только не подойдите, пожалуйста, дождитесь всех. У него одного квест сделано. Там без разницы, кол. Там без разницы, кто-то сделает и всей группе засчитает. Так нужно, чтобы было. А зачем кто? Он один может сдать. Какая разница, подойдет кто-то или нет. Раньше канала так. Если ты на большой РНЖ и сдает квест, кто-то первый. Те, кто не успел или на ком-то не было дебафа. Это было раньше, сейчас распространяется на весь инст. Тогда давай. Ну, давайте лучше не будем рисковать, а? Давай, что ты хочешь? Быстрее сдаем на все. Бежит еще, бежит. Вага ругается, да, на Дынчика. А почему квест не берется? Сейчас. А что, из-за первого пула, что ли, он ругается? Да тихо вы, это... Это ему навара, перчатки нужны были. Он ему перчатки должен. Он зашел, чтобы нам засчитало квест. У нас не было дебаф, и упали перчатки, которые нужны были вару. Так, понятно? О, колечко. О, око Зула. О, ОД. О, ничего, да. О, янтарь. Подскажите, почему нынче тело пельчужное? 1004. Чё, куда идем? Кровь, наверное. Это вот мне сейчас за все время. Сказали кровь. Сказали кровь. Вы не можете запомнить, что Синдра, проф, лич убивается одним пулом. Одним сапротом, все правильно. Чё, может, перекурим, господа? Давайте после босса. Мне просто вот эти надо будет. После крови курить будет. Чего? После крови. Убьете еще два босса, тогда Ага, понял. Сейчас так смотрю, ауди поинтереснее, да, дамажить стало? Да, механика сама раздражает, ну привыкну. Ну, хитриня у тебя вторая жесткая.
Блять, я это такой шарик. Посоветовала. Мать ее за ногу. Слышишь, Фраска, сижу, думаю, какого хуя у тебя плюшки-то чуть побольше прилетают. Там, блядь, смотрю на свою мету и сразу все понимаю. А чё смотришь на свою мету? Мету, да. Потом на 2% больше всего. Каких 2? А, ну да, да. Я, равно... я бегала дольше, чем ты. Я тебе доверяю, ничего не говорю. 5% и сколько там у тебя? Почти разницу там. Не существенно. Ну, ты к стакам добавь 2%, так-то уже прилично, плюс-минус. Я все равно сила атаки больше, да, понял? Ой, не могу, все равно, дай 2 минутку АФК, блядь. Очень сильно не люблю, когда меня перебьют. Поэтому 3 человека посмотрят меня. Аркинон Порос. Ищи путь света. Лёх, я их замутил еще на ребре тех, кого ты. Я их не слышу. Все, поехали. Лёха в общем удал, наверное. А я чисто для себя заглушил всех флудеров. Ребят, ну спустите сверху, ё-моё, он прыгать сейчас будет туда-сюда. Где контроль от ретриков? Контроля от ретриков нету. На следующем паке трэша не увижу контроля при стере ретрике. Я дал контроль, там наверху стоит. Кристоф только от одного я увижу. Ну это я дал. Петь эта песня в голове. Младший лейтенант. Чё она у тебя заела? Четвёртый человек в неделю. Не очень интересно. Вопрос по делу. Если вы находите тебя, только вопрос на попытку поводу. Хотите похудеть, пообщаться, как дело. Без контроля не было, ретрики по 1000. А не один есть контроль. Лёх, тебе один осколок остался, да? Не выпал так. Можно минут 5 отойти, кофе делить? Да. Лёш. Что? А ты это слышал насчёт Капи? Когда просили после рейда. Ничего не слышал, что просили? После рейда вторую кату тут с агильдийцем 3 или 4 надо сделать. Сделаем? В чем проблема? Как раз говоришь. Ну я просто уточнил. Попросили. Если надо, сделаем. Надо, надо, попросили. Я говорю там на 10 минут. Несложно. Сложно, когда бьет 8 человек. Все РДД на контроле.
полностью все РДД. Кинетикой занимаюсь. РДД не так до хера. Придется полностью сидеть на кимерике, сами убьют. Что, щит не снимается, это акула? Убивайте мобов. Ставлю рыбу, поднимите в раску. Снимайте враску. Рыба стоит. Я на келе, ты на двух. Келя никто не бьет, милики тут убивать босс. Даю проверку. Ауру коня уберите. Дава готов. Все готовы нам. Роги на поле один. Одного второго. Эрдру сзади тебя подними там каким-то роем, блядь. Это удар. Сила сферы питает меня. Это ударом от Ерда. И прольется кровь. Моя чаша полна. И прольется кровь. Насладитесь болью. Беги, сука, беги! Я пока не могу прочитать это заклинание. Моя чаша полна. И прольется кровь. Я пока не могу прочитать. Темная сила. Насладитесь болью. Неуязвим. И прольется кровь. Чаша полна. И прольется кровь. Кто может, умеет, может, пересетом. Насладитесь болью. И прольется кровь. Моя чаша полна. Рогу похит.
убивать. Отвлекаться на тебя. Персона был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Воронару свершить отмщение. Моя королева, они идут. Сервак упал? Я не знаю. Походу, да. Не заскринили. Изда лута. Вот перекурка. Че, успели скрин сделать? Потом катушка упала. Лучше. У меня есть видео. Не беспокойтесь. Не в рейде. А я снимаю стрим от тебя. Не-не-не-не-не, ты не будешь показывать это видео. А чё ты? Ну если лут не надо, ему не показывают. Ну, мне бы... не надо. Ну, кому лут надо, пишите мне. Да что там упало? Катушка, кольцо с меткостью. И голова пол. Неплохой лут. Ну если катушка нужна кому-то на форум, есть смысл написать. Мяк пишет, что ему катушка нужна. Медвежу и катушка, и кольцо. Смотрите сами, кому надо шмот, напишите на форум. Могу подрубить стрим, как я смотрю твой стрим. Отойду на минку. Скажите, когда заходить.
А что тут произошло? Четыре человека в муте. Худили много. Заходит. Походу репач надо будет делать. Бля, пиздец, короче. Перчатки пропали. А, нет, все, заебись. А, нет. Да не пропали, ну как бы у меня стухло вас. Сгнило, осталось кровь. Ай, бля. Сука. Не, нашел, все, ебись. Ударил Алина, короче, на острове. Возле этой бабы с квестом. Переместилась. С другой, с одной стороны на другую, где изначально сначала оставлял. Чё, репать? Винс, никто не заходите, стойте, уйдет. Хвыки. Репать.
может и день счастья. Репати, да, будем делать? Надо никакого репати, все просто туда выйдете. Диспел, 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 масс. Ну. Дамаг, дамаг и хил. Там он в бабле был. Всех составы кин. Или кто-то еще выйдет? Двое в инсте. Трое. Один. Старик, Ауди, Вага, Талдарам, Мосса, выйдите. Я не в инсте. А Ауди тоже не в инсте. Их только выкинуло. Мосса.